Доброе утро! Сегодня воскресенье, я на кухне, и на кухне еще со мной Елисей и Викуся. Ой, Викуся. На кухне со мной Елисей и Виктория. Вот так с утра выгляжу, успела только умыться. Сынуль, дай мне глубокую тарелку или нет. Я готовлю... Ай. Сейчас. Мне нужно быстро приготовить кушать. А где у нас крупные лотки, куда бы смогла складывать мясо? Сегодня у нас Миша, муж и Миша сын ушли в церковь. Мы не пошли, я очень хочу отдохнуть. Правильно кто-то подметил, Хатунова очень уставшая, я уставшая. Я за прошлую неделю очень сильно перенервничала. Пришлось экстренно что-то решать очень быстро. Ну, как бы все само решилось, знаете, когда все как-то само решилось. Но я перенервничала. Плюс были какие-то, знаете, такие вещи, вот они простые по жизни. Те же сапоги. Я почти месяц локдауна отходила и выглядела как странно, потому что уги тряпочные вообще, которые я покупала для работы в помещении, чтобы в ноги не холодно было и не тяжело в сапогах. Я в этих угах проходила по улице, потому что на каблуке не очень комфортно, в минус 18 под пуховик на каблуке. А сапоги купить негде было, потому что локдаун, все закрыто. Потом мне там уже подсказали, как купить. И вот такая простая вещь, как найти, где купить сапоги. Ты идешь по магазину, я иду, я мастер маникюра, по наращиванию ресничек. Ты все равно, я выхожу с работы, подкрасила губы. И я иду спокойно, ну, как бы уверена в себе. А тут я иду в этих угах, знаете, как вот... Ну, короче, кто понимает, тот понимает. Все равно для женщины, значит, как-то влияет то, как она выглядит. И так ты после работы уставшая, еще и, знаете, как босый. А сапоги где нету? Давай я это возьму. Да, у нас есть эти. Можно было картошку делать, надо было вчера попросить. В общем, ладно. Сапоги купила, Елисей порвал джинсы. Елисей порвал джинсы. Он додумался в эпицентре работать в этих джинсах. Я ему говорю, почему же ты не брал спортивные на переодевку? Я не подумала, я не то, ну класс, сынок. Джинсы купить негде тоже. Да, у него одни, вторые, но вторые светлые. В светлых не походишь, это смешно выглядит там. Послякать, и то было минус 18, теперь слякать. И получается, что простая вещь купить штаны становится какой-то проблемой. Тебе надо окольными путями искать, кто там брал домой вещи с рынков, с магазинов. Знаете, вот владельцы магазина взяли вещи домой. Они даже сейчас даже так работают, что ты набираешь, пишешь, здравствуйте, нужны штаны. Они говорят, мы приедем к вам домой, привезем сумки, вы выберете, меряете. Тем более, если у вас два сына, вы можете выбрать там в рассрочку. Короче, люди крутятся, мне людей жалко, да, но я... подуставшая. Плюс еще, сейчас я уже могу сказать, все хорошо, лишних вопросов не задавайте. Я что посчитаю нужным, то скажу. Мы переезжаем по работе. Я переезжаю по работе уже завтра. Да, завтра. То есть, когда вы смотрите видео, как раз вот кто с утра смотрит видео, сегодня в понедельник я переезжаю по работе. Видео я, соответственно, снимаю. И, конечно, этот переезд тоже потянул за собой, что ты ж не можешь, о, я такая жила-жила и раз переехала. Ты побежал, договор заключил, потом ты проплатил, потом ты прибежал, потом какие-то ящики искать, потом все эти организационные моменты, замок, интернет, тепло, кондиционер, ну, то есть все. Но там хорошо, на новом месте, это такой шаг вперед, я верю. В общем, такие перемены. Что я делаю сейчас? А то я тараторю. Дочечка, доброе утро, моя кисюня, золотая девочка. Что я делаю сейчас? Я замариновала курицу, наггетсы. Сейчас буду панировать в рисовой муке и обжаривать на сковородке. А также будут макароны и салат зеленый. Покажу все в готовом виде, бо увидите, тараторю, тараторю. Доброе утро. Ветрюга, тоже весна такая. У меня посылка. Как вы поняли, ничего не успела заснять. Я готовила, как будто у меня электровеник в одном месте. Наготовила, отправила мужу с дочкой, целую кучу наггетсов нажарила. А сейчас забрали посылочку, и это моя кушетка. Новая кушетка бежевого цвета. Я купила у девочки. Девочка пробует вести канал на Инстаграм как блогер. И я ссылочку на нее оставлю под этим видео. Но она инстаблогер. Инстаграм. У нее там получается что-то, что-то нет. Ну, в общем, она старается. И эта кушетка бэушная, но в отличном, отличном состоянии, как новая. Я забрала, я довольна. Мы ее сейчас на работу завезем или зачем? Завтра все равно ехать. Домой подумать? Ну, таскаться с ней. Ну, Миш, поднимем домой, а так ехать. Ну, все равно и поднимать. Тут домой подумать это. Ну, а что нам заехать стоит? Ну, поехали, завезем.
Вот что нам стоит заехать? Хорошо, поехали завезем. Сейчас завезем кушетку на работу, чтобы завтра уже... Завтра я переезжаю. Завтра день будет тоже веселуха. Ой, хочется, знаете, лечь, ничего не делать и ничего не делать. Подожди. А чтобы был этот период, когда ты можешь лежать, ничего не делать, сначала надо нехило потрудиться. А потом кажется, что это время нехило потрудиться не заканчивается никогда. Потому что одно потрудиться перетекает в другое потрудиться. Занесла уже кушетку сюда. Такая, она там бежевая. Сейчас не буду ее раскрывать, потому что завтра все равно все паковать. Миша ждет меня, бо грязь. Вот такое мое местечко. Буду с ним прощаться. Так я до конца тут и не оформила еще. Тут зеркало хотела вешать. В принципе, хорошо, что не купила заранее. Завтра все это буду собирать. Это было хороший опыт, хорошее место. Еще 2 месяца, и было бы 2 года, как я пробыла на этой территории. Но надо идти дальше. Все хорошо. Завтра буду собираться. Видите, здесь все так розета. Все это завтра надо будет паковать, собирать. Это мне тумбочку надо еще одну заказать, бо у меня одна, а то не моя тумбочка. А стол, полка, шкаф. Это мое. И вот эта полка. Ну, пока хватит. Все потихоньку. Все будет потихоньку. А сейчас еду еще за одной посылкой. На улице дождик, на улице слякоть. Да? Да. Тепло, а и такой теплый дождь, прям как будто весной пахнет, прям, прям пахнет весной. А впереди еще пол января и февраль. У нас, наверное, плюс 8, если не больше, прям плюс, теплый. Плюс 11. Плюс 11, Миша говорит, но реально тепло. Мы идем еще за одной посылкой, очень классной. Наверное, убираются, да? Ну, конечно, сейчас многие убираются. В торговом центре отделы убираются так классненько, все все моют, готовятся к открытию. Аж какая-то жизнь, да? Угу. Вообще. Хочется аж лады. Ляд, кафешку моют. Я же все. Беру себе креветок. Подержишь? Устала до одури, буду отдыхать. Одна. Вчера были такие свеженькие, целая корыта, красивая. Сегодня уже их разобрали. Мы быстро скупились в магазине и посылка. Моя посылка. Я прям в машине хочу распаковать. Она пахнет, пахнет прям сюда. Да? Угу. Вот тут, вот, вот тут, с этого. Почти не за. Ага. Прям в машине открываю ручкой. Вот такой кондиционер, европейский товар. Он очень ароматный, очень необычно. Его прям используют, раскладывают вот эти гранулы, он в гранулах на поверхностях горизонтальных, и он дает освежающий эффект для всего помещения. А еще у меня здесь зубная паста. Правда, я забыла, Япония это или не Япония. Не помню, но она очень известная, популярна. Я взяла отбеливающую, потому что у меня реставрированные зубы, и мне нужно иногда. Раньше я покупала в медтехнике специальные профессиональные зубные пасты в таких маленьких емкостях. А сейчас они продаются только оптом. Ну, видно, в связи с карантином, и чтобы не тыркать. И только 1000 штук. То есть, в принципе, их могут сейчас купить только стоматологи, а вот мелкая розница нету. Я купила вот такую пасту. Ею, конечно, не каждый день чистить, но раз в неделю хорошо. Я вот этой штучке рада, потом попробую еще другую. Если бы камера могла передать аромат. Рубрика, что купила. Мука, сгущенка, разрыхлитель и ванилин на оладики на утро. Кошкина еда. Это бедрышки на ужин, на 2 ужина будем тушить картошку. Это окорочок завтра на зеленый борщ. Это вода бы я хотела пить, лук, потому что нужен. Яйца просто обалдеть, какие дорогие. Еще весна не пришла. Обычно яйца самая дорогая цена весной, а сейчас только январь. И что будет в марте, я не знаю, потому что, живя в деревне, я помню, что яйца всегда весной
как бы еще молодая зелень не поспела кормить курей, а старые запасы уже на исходе. Но вот сейчас яйца у нас стоят 40 гривен. Это самый дешевый вариант. И чуть-чуть капелька креветок. Это отдохнуть надо. Хотела взять на всех, но в следующий раз. Хлеб на ужин, масло маленькое, кола. Чуть-чуть очень стараюсь сейчас очень жить по списку, немножко планировать расходы, и все равно мы не вмещаемся. А, еще печенье, вон. Мы не взяли сегодня фрукты, взяли печенье. Вот такое детям. Ну и, конечно же, кстати, дети у нас всегда больше радуются печенью, чем фруктам. Фрукты я беру. Ну и, конечно же, я уже показывала вот это вот то, что я получила. Вечер. На вечер Викусе делаю бровки чуть-чуть под скупти. Ну как чуть-чуть? Ну, подвыщипать чуть-чуть и подкрасить совсем капельку. У нас есть время на себя с Викусей. Бровки мы ей уже сделали очень аккуратно, очень, ну, подстригла и все. И сейчас ей предлагаю еще нанести маску на волосы. Сейчас возьмем, ну, вот обычный вот этот Нумера бальзам, бальзам-маска. Садись, дочь. Я ей... А, тебе же надо сесть. Подожди, ты эту... Вытаскивай. И я ей просто нанесу много бальзама. А мыть она будет обычным способом, то есть расческу надо. Но перед этим сейчас ее хорошо-хорошо вычесушу волосы, чтобы был такой себе, как массаж для кожи головы. И себе, наверное, также маску нанесу, тоже подпитаю волосы. И сделаю сейчас карбокси еще. Что ты ищешь? Пушистую? Нет? Садись. Давай вот так вот. Свою поставлю. Сюда, туда, туда, туда. Лицо. Ай, хоть скажу. Себе на бок. А вот. Мне надо, чтобы ты спиной ко мне села. Мама предложила еще мне сделать маску. Точнее, она настояла, я больше сказала, но это правильно. Делать маски хотя бы раз в неделю. И будет самая простая маска, как мама говорит. Вот такой бальзам, типа очень-очень много есть нанести. Бальзам, это, типа, это самая простая маска. Перед мытьем. Да. Но перед этим обязательно нужно прочесать хорошо, чтобы был такой массаж для головы. Поэтому мне сейчас мама будет делать масочку, а потом я пойду купаться, принимать ванну. Кто-нибудь сделайте погорячее! Елисей, сделай погорячее! Уже вечер, где-то 11:30. Да, 11:30. Я только что выбрала время для себя. Ну, то есть я Викусе сделала бровки, маску сделала ей. Успела даже себе сделать маску для лица и прокрасила корни волос. Здесь у меня релакс. Я сериал запускаю, Ротко. На 6-й серии я остановилась. Креветки, кола. Буду с вами прощаться. Огромное спасибо, что смотрите видео. И желаю вам всем находить минутки для себя, потому что время трудное, жизнь нелегкая, но надо как-то находить время для себя и как-то самому себя уметь успокаивать. Потому что, ну, по крайней мере, у меня последнее время очень много раздражительных факторов. Таких фактов и событий, которые выбивают из колеи очень сильно. Это правда. Слава Богу, это не связано там с семьей, с детьми. И это очень радует. И я за это благодарна. А со всем остальным мы справимся. Все. Всем спасибо. Всем пока.